Шоу. Дорогие друзья, а сейчас самое время сотрясти эти стены даже не аплодисментами, а овациями, потому что на сцене Дизель-шоу Ирина Билла! Добрый вечер! Ирочка, мы очень рады. Вы видите, как рады видеть вас ваши зрители. Мы перед вашим выступлением посмотрели ваши клипы с огромным удовольствием. Вы большой молодец. Но вот, честно говоря, балет, подтанцовка, мягко говоря, не очень. Вот подкачала. Мы решили помочь вам и переснять ваши клипы с нашим профессиональным балетом, не побоюсь этого слова, с лучшим балетом в Украине. Сейчас мы сделаем вам все конфетка, все будет ярко и феерично. Балет на сцену! А зачем ему давали кофе? Это во-первых. А во-вторых, где второй? Вас должно было двое. Здесь! О, Господи! Фу! Кто столько ступенек там у вас приду? Господи! Ирочка, я вас очень прошу, не волнуйтесь, это профессиональные танцоры. Просто... Я заметила. Ну, один просто себя немножечко запустил, чуть-чуть. Но это действительно мастера, это действительно профессионалы, они известны во всем мире. Они работали с такими известными людьми, как Бьонси. I'm a single lady. А кроме того, они работали с Мадонной. И, конечно же, с Дженнифер Лопес. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. When I got out of the bar, I feel like I'm in the lodge to live in from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. When I got out of the bar, I feel like. Вообще-то мне обещали Влада Яму. Это я и есть. Просто утепленный вариант. Я в порядке. Не волнуйтесь. Еще 2 минуты полежу, и все в порядке. Фу. Ирочка, сейчас мы начнем, не волнуйтесь. Так, все в порядке с вами? Так, хорошо. Мне кажется, мы уже почти готовы. Так, что у нас по сценарию? По сценарию у нас, да-да-да, в центре, посередине у нас стоит звезда. Окей. Простите, я сказал, посередине стоит звезда. Да, все в порядке, мне никто не мешает. Звезда у нас Ира. Были бы мы сейчас в Бердичеве, посмотрели бы, кто звезда. Итак, звезда в центре. Сегодня я все стерплю. Балет на месте. Итак, камера, мотор, музыка, поехали! Ребята, это не моя песня. Работаем! Работаем! Работаем!
А, так, стоп. Балет замечательно. Ирочка, а почему вы не поете? Потому что сегодня Новый год, хотелось бы что-то повеселей. Еще веселее? Публики. Да я тут сдохну, если еще что-то веселее будет. А, хорошо, давайте, пожалуйста, что-то новогоднее из репертуара Ирины, я так понимаю. Алло. Что из репертуара Ирины? У нас хореографию, мы поставили танец на песню, которая только что играла. Ну, пусть будет новая мелодия. Вы делаете те же движения, но под песню Ирочки. Я хочу поздравить всех с наступающим праздником. Самых добрых, светлых чувств, эмоций в новом году. Работаем. Все, глуши! В чем дело? Да ну я тут задохнусь, к чертовой матери! Слышь, давай что-то менять. Пускай она танцует, я буду петь. Вы же не умеете петь. А что сложно рот открывать, музыка играет? Добрый вечер. Мы так. Балет с Ириной Билык. Минуточку, как это вы балет Ирины Билык? Мы балет Ирины Билык. 3, 4. Съел? Семь, восемь. Дорогие друзья, на сцене дизель-шоу народная артистка Украины Ирина Билык и лучший балет «Ва-банк».